Всем подписчикам привет! Сейчас я вам расскажу о скорой помощи, которая всегда находится рядом с вами. Это знание, которое позволит вам в минуты какие-либо критические для здоровья помочь самому себе или с помощью каких-либо людей сохранить вам жизнь и здоровье. Эти ситуации возникают зачастую неожиданно, внезапно. Нужно просто знать, куда надавить и на что надавить, для того, чтобы избежать многих неприятных вещей со здоровьем. Эти знания основаны на рефлексотерапии, на китайской, корейской рефлексотерапии. И, в принципе, описаны в разных источниках. И эти теории уже имеют несколько тысяч лет практики и вполне доказали свою жизнеспособность. Я вам сейчас покажу основные точки и зоны, воздействием на которых можно сохранить даже себе жизнь. Эти вещи находятся всегда с вами, то есть руки, на которых основные эти точки, всегда при вас, и вы можете воздействовать на них в любой момент, не имея в кармане каких-либо своих традиционных лекарств. При проблемах, возникающих с сердцем или сердечно-сосудистой системой, как то аритмии, ишемии, это недостаточность сердечно-сосудистая. Основные точки, две, нужно их знать. Это точка Шенмэнь, которая находится на складке лучезапястного сустава и в углу при сгибании. Вот эта точка Шенмэнь или врата духа, она очень важная и доступная легко. Научитесь ее находить. Если вы приведете ладонь к себе, то в этой складочке между головками локтевой и лучевой кости, здесь две головки, вы как раз в сгибе найдете эту точку Шенмэнь. Это очень важная точка, называется врата духа, воздействием на которую вы можете снять вот эти сердечные проблемы без традиционных лекарств нитроглицерина и других сосудорасширяющих, коронаро-расширяющих препаратов. Если вы ее найдете кончиком пальца, то она даст вам чувство онемения или распирания на внешней тыльной стороне кисти Шенмэнь. Вторая точка важная, и массажем которой нужно снять эти боли за грудиной, жжение в груди и другие симптомы ишемии, то есть недостаточности сердечно-сосудистой системы. Это массаж мизинца, здесь меридиан тонкого кишечника и переходит в меридиан сердца. Вы должны вот так вот массировать в течение минуты с одной стороны и с другой, но больше слева. И точка находится под внешней стороной ногтевой пластины на 3 мм в сторону, внутри ладони, вот эта точка С9, на надавливание на которой вы можете снять даже приступ ишемии без нитроглицерина, не дожидаясь его. То есть Шенмэнь и С9. Другие важные точки, которые позволят вам, допустим, снизить поднявшееся давление и убрать даже гипертонический криз, находится на, опять же, складке ладони при приведении ее к себе в середине. Это зона, где находятся эти точки, отвечающие за давление в классической джинзун-терапии. Это вот она, первая точка, и еще две точки по средней линии. Одна на расстоянии цуня, но чтобы ее найти, вы просто идете
по этой средней линии и болезненную точку начинаете массировать. Если она болезненная, вы должны придавливанием ее снять эту боль слева и справа. То же самое. Повышенное давление. Одна в середине. И дальше по средней линии вы ее найдете до 6 цуни. Последняя точка. Идея такая. Нужно уравнять энергию слева и справа. И таким образом вы сможете снять давление. В случае расстройств желудочно-кишечного тракта две важных точки. Одна хэгу находится на линии пересечения указательного и большого пальца. Как раз вот она, точка хэгу. Она во впадине. Вы ее тоже легко можете найти. Она находится на меридиане толстой кишки слева и справа такая же. Массажем ее вы можете снять желудочно-кишечные проблемы. Тошноту, боль в подреберье, подреберье вправо и спазм желчевыделительной системы. И вторая важная точка, ключевая на этом же меридиане, которая поможет вам снять проблемы с задержкой желчи, она по концепции суджок корейской находится у основания большого пальца, подушечка большого пальца. В случае каких-либо спазмов или задержек желчи вы должны найти эту болезненную зону и просто придавливанием ее снять вот этот спазм, чтобы у вас выделялось вовремя нужное количество желчи. То есть она аналогично, ну, тюбаж, закрытый тюбаж, есть такой способ, который позволяет открыть эти сфинктеры слева и справа. То есть это врата желчи называется. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик.